Скажите, пожалуйста, в нынешних климатических условиях, да, которые у нас в России, и почти везде либо демисезон, да, у нас, либо зима, вообще где-то возможно обогреть, допустим, давайте даже не будем брать просто квартиры, возможно ли обогреть частный дом только теплыми полами? Наверное, возможно обогреть, да, но вопрос долговечности, да, этой системы. Допустим, Сибирь минус 40. Вы знаете, наверное, здесь надо расширить эту область более подробно, но общаясь на форумах и следя за вот этой вот тенденцией ситуации, частники, они в основном как бы довольны о том, что вот, да, там где-то в Новосибирске кто-то себе построил этот дом, у него исключительно теплые полы, и он счастья не знает, все у него дешево, котел на высоких температурах не работает, сплошная экономия на горючке. Он счастлив, да? Но опять же, мы это можем со слов на форуме видеть, а вот такого опыта в проверке, либо, ну, я, если честно, не видел и не испытывал сам на себе. Лишь по себе могу сделать заключение о том, что выезжая куда-то за город, да, все, наверное, в загородных домах, вот у них там они любят теплым полом обогревать. Да? Да, действительно комфортно, дети бегают, но стоит приоткрыть форточку, либо дверь, сразу несколько поток холодного воздуха, он идет, он не подмешивается по низу. Я просто наоборот знаю случаи, когда минус 35, они просто замерзали. Ну, действительно, да. Просто мы проводили этот анализ из той информации, что было сейчас озвучено, которую мы наработали. Возможно, есть такие случаи. Если такие случаи есть, давайте мы будем их направлять в ОПРО, разбираться, брать анализ, статистику и на основании этого действительно разрабатывать стоящие нормативные документы, стандарты, который будет предписывать проектировщикам, монтажникам, ну, как бы правильно, как нужно поступать и действовать в той или иной ситуации при проектировании монтаже, либо если такой случай есть, как уйти от него. Мария, позвольте мне тоже вопрос. Давайте Александр Александрович, а потом я свой вопрос задам. Вопрос с моей точки зрения. Девушки, можно микрофон? Галина. Да, вот я тоже хотел спросить соотношение рубль на ватт. То есть даже если в разрезе, была же дискуссия, да, там, что вот панельный радиатор против металлического теплый пол. Ну, в вот этих вот статьях, которые мы проанализировали, такая экономика не приводится, но везде почему-то утверждается о том, что мы не будем использовать стальные трубы, мы понижаем объект металлоемкость. То есть все сплошные плюсы в этом вопросе с точки зрения экономики. То есть, для того, чтобы понимать, где мы находимся, да, если это ценник, на мой взгляд, ценник в 5 раз выше, чем обычное отопление, я так думаю, да, вот, но, значит, вот те, вот я сейчас сидел и думал, вот то, что Георгий показал, цифры, они, с моей точки зрения, какие-то непонятные, объясню почему, значит, он что говорит, порядка 60% это замена, 40% это рынок, это новые стройки. Значит, получается, что вот эта система будет только в новой стройке, на замену трубы точно не идут, да? И задаю сам себе вопрос, а если это всего лишь новые стройки, 40%, а он потом сравнивает радиаторы и теплый пол, и получается, я помню, цифра почти под 10%. Если это новая стройка, значит, это будет больше 25%. Не может быть 25% новой стройки теплых полов. Здесь я сейчас просто обсуждаю, да, то есть Георгию нужно задать вопрос, будет, если он здесь есть, и тут представитель его есть. Может быть, он все трубы посчитал, полимерные, которые идут. Они же не только для теплого пола идут, еще для других вещей идут. Здесь, ну, нам для чего? Для того, чтобы понимать, где мы находимся, нужны очень правдивые данные. Иначе мы начнем сами себе выдумывать какие-то, так сказать, мифы об этом теплом поле. Там, мне кажется, теплый пол и миф. Коллекторный узел, который будет разводку делать по комнатам, регулировку по комнатам, это уже будет дорого. Не-не, я сейчас не только о цене говорю, а в общем-то о ситуации, насколько она страшна с точки зрения для радиатора. Это первый вопрос. Но для того, чтобы ответить, нужно понимать, да, без радиатора отопление невозможно в наших условиях.
я так думаю. То есть, если это теплый пол и нет радиатора, температура, ну, до минус 5. Работает система, даже с паркетом работает, вопросов нет. Но кто будет проектировать, то есть получится и попал на деньги и на радиатор, попал на деньги и на теплый пол, который дорогой реально, да, и получается двойная цена. Ну, мы вот видим, как вот мы уже последний слайд, да, где этот объект уже был смонтирован, не один, там несколько таких объектов, порталов, то есть какой-то, на какой-то смелости проектировщик взял на себя, доказал это заказчику, и эта система применяется, да, уже начала применяться. То есть, я к чему подвожу, нужно вот сделать, никто кроме нас этого анализа правильно не сделает, нам нужно самим браться, там объединяться, кто может это сделать, и нужно делать и ценовую оценку делать, да, и техническую возможность, и технические возможности теплого пола. Давайте эту работу совместно проверим. В свою очередь, как бы мы готовы вынести на общее собрание АПРО, производители, о проведении этой работы, о чем вы сейчас вот вы сказали, с помощью АВОК, да, ассоциация АВОК, там есть соответствующие специалисты. Сейчас, в настоящий момент, они продумывают план этой работы, и в ближайшее время мы просто-напросто через уже наш аппарат доведем о этом плане, о стоимости, о возможности, рассмотрим этот план совместно и какие-то внесем туда корректировки, и действительно такую работу нужно провести и дать экспертное заключение таким системам, чтобы не заводить в заблуждение наших проектных институтов и, соответственно, заказчиков этих объектов. Коллеги, я извиняюсь, я просто приведу собственный пример. Вот. У меня там на севере Кимбинского района свой дом. Значит, сначала у меня были там деревянные полы, но жила такая догиня на лошадку, больше похожая, которая быстро на первом этаже пригла в негодность. Я решил кардинально поменять ситуацию. Вот, решил сделать теплые полы, ну и керамогранит, правда, у нас там долго исторически разделяется на две независимых части, но это в одной половине, сделал медью, ну, слава богу, я сам физик, делал все сам, вот, и могу сказать, что вот, ну, на первом этаже полностью, там, и на втором этаже зимний сад, и спальня, тоже, ну, в общем, всего 7 комнат, вот, сделаны это самое. Вот. На первом этаже вообще вопросов никаких. При этом, ну, обычные там, причем мы любим много окон, там в столовой у нас 5 окон, ну, естественно, 2 стеклопакета, но не в пол, не так, нормальный дом. Вот. Проблем вообще никаких. Вот. Значит, в зимнем саду, ну, там прозрачные крыши и такое остекление, там, конечно, приходится температуру держать высокую. В спальне тоже там много окон, от 2,3 до 4,5 наклонный потолок, тоже все в порядке. Это вот наш пример. Значит, окно практически, ну так, как чуть-чуть приоткрыто всегда. Никакого дискомфорта в этом нет. Естественно, вот это я не понимаю, то, что там полметра отступать надо от стены. Ограждающей стены, да. Ну, пожалуйста, радиаторы с нижней подводкой тоже, наверное, на полметра отступать от стены. Там тоже идет труба. Тоже нет, у нас здесь вопрос-то говорится, радиатор устанавливается на стену. Да. А вот здесь, где черновой пол, там есть закладные элементы металлические, которые промерзают. И, как правило, они от стены находятся на расстоянии. Нет, я говорю про частный дом, конечно, по многоэтажным там, ну, много чего. Вот. Поэтому, ну, если задача сказать, что теплый пол это плохо, вот. У нас во второй половине стоят традиционные радиаторы. Ну, как-то здесь, естественно, комфортнее. Поймите нас правильно, да, мы не ставим себе сказать задачу о том, что теплый пол – это плохо. Теплый пол – это элемент системы отопления. Если это элемент системы отопления, то давайте действовать с точки зрения сертификации и разработанных стандартов. Температура воды и пола какая вот? Значит, ну, естественно, у меня там, я тоже сам делал, стоит узел, который это самое подмешивает обратку, естественно. Температуру пола мы не меряем, но так вот, ну, на ощупь там немного теплый. Вот, вот. А в котле, до этого он работал там, ну, где-то процент на 70 мощности.
Сейчас там раза в полтора расход газа. Коллеги, вынужден мешаться, просто я знаю, какую компанию представляете, это, как говорят сотрудники РЖД, мы лучше самолетом, да? То есть... Нет, я не про это, я просто решил, просто у нас такие... Опять же, вот вы сказали о том, что у вас приоткрыто окно. Да. Зачем вы деньги выбрасываете на улицу? Ну, просто любит жена, когда я тут люблю. Значит, вам некомфортно? Нет. Причем здесь это разные вещи. Коллеги, а можно... То же самое в этом жилище. Нет, я еще скажу сразу отличие. Вот вы, там лампочки все вкручивались, да? Вот когда у вас стоит радиатор, вы поднимаетесь, там намного теплее, чем, так сказать, чем внизу. Вот. Когда у вас теплый пол, у вас обвод. Нет, наша вот 2 метра. Правильно. Наша основная задача, да, это вот наша ассоциация в том числе, это дать правильные рекомендации проектировщикам при разработке проекта, добиться равномерного прогрева помещения и той температуры, которая запроектирована. Вот и все. С помощью радиатора. Я вам его. Конвекторов. Разрешите, я еще хочу задать вопрос, чтобы не было у нас односторонней дискуссии, а есть здесь компании, которые продают теплые полы? Или производит кто-то. Ну, даже опыт продавцов, наверное, интересен. Есть, коллеги? Извините. Да. А, можно вам вопрос? Вот первый вопрос. Рынок регуляторов, то он максимально жестко зарегулирован. У нас обязательная сертификация, шаг влево, шаг вправо, штрафы. И даже чтобы выйти на рынок, это довольно большие вложения. А вот как сегодня вообще регулируется рынок теплых полов? Как вам вообще подать на полку магазина? Какие стадии нужно для этого пройти? Чтобы подтвердить его хотя бы безопасность. Да никаких стадий не надо. Отлично. Значит, есть, первое, что нужно сделать, забрал условия. Да. Гипермаркеты формат Леруа Мерлен, который представлен по всем федеральным округам. Есть рынок частных монтажник и есть чаще всего желание дам сердца нашего, которые хотят теплые полосы везде. Побывав во всех заграничных отелях, хотя также, чтобы было в них дома сухо, комфортно и рынок теплых полов получил за последние 3 года колоссальный рост. Это можно отследить по покупке сырья для систем ПЕРТ, ПЕКСов и металлопласта. Ну, основной сейчас это ПЕРТ и ПЕКС. А как вы теплоотдачу определяете на теплый пол? Там квадратный метр дает какую-то теплоотдачу. Где вы их испытываете? Все это те же нормы, те же правила, те же СП, на которых завязаны и вы. И мы, вот, но еще раз повторюсь, чаще всего это все пляшет от монтажника. Ну, я правильно вас понимаю, если я сильно попрошу? И регламента никакого нету, потому что там дальше, если глубоко вкопать, это подложка, это изоляционный слой, это бетонный слой. Скажите, я вопросы своей сферы, как вас зовут еще раз? Меня зовут Токарев Анатолий, я являюсь сотрудником компании Ростерпласт, директор по продаже. Анатолий, вопрос такой, вот 6 лет назад я сам этим пробовал, можно было позвонить в Китай, сказать, что я хочу привезти партию радиаторов, напишите мне теплоотдачу такую-то, характеристики такие, да и назовите его еще там имени моей жены, да, и все это хочу через неделю. И сертификат можно было купить за 10 тысяч рублей. Вот допустим, если сейчас я попробую подобным образом поступить на рынке теплых полов, привезти вот какую-нибудь из Турции, у меня получится или нет? Думаю, нет, с учетом того, что 7 заводов в России мощных достаточно. Начали производство шитого полиэтилена. То есть фальсификата на этом рынке такого нет, вы не ощущаете его? Нет. Более того, российские производители пошли по пути экспорта в страны ближней Европы. Я не беру там Молдавию, я говорю именно Европу, как российские уже производители. У нас здесь есть сырье, у нас здесь есть качественный рабочий. И самые современные линии на сегодняшний день. Нет, вопрос в том, Анатолий, что опрос этого начинался, да, когда стали строить заводы здесь, и каждый производитель говорил, нет смысла производить радиаторы, заявлять честные характеристики, ты будешь честный, но очень бедный, да, потому что всегда есть Китай привозить дешевле. Сейчас парадигма поменялась, поэтому у нас на рынке все относительно неплохо, нам пришлось его зарегулировать. Поэтому, возвращаясь к теплым полам, да, наша главная задача, наверное, уравнять условия, чтобы четко понимать, если вы заявляете соотношение рубль на ватт, что вы тоже свой ватт определяете вполне честно в таких-то лабораториях по такой-то методике. Ну, тогда конкуренция будет честная. Пока, я так понимаю, у вас рынок больше регулируется маркетингом, да, чем законом. Ну, у нас пока рынок регулируется маркетингом и, да, стоимостью сырья. Но если рубль на киловатт делать перерасчеты, то, я думаю, система теплый пол по
вполне возможно, вытеснит и рынок жилья. Вполне возможно. Анатолий, я тогда, извините, еще буквально полминуты отвлеку, у вас точно получится, мы с Марией этот эксперимент обсуждали, помните, Волк с Уолл-стрит, да, когда просили продать ручку, вот Мария, ничего не знает о радиаторах, ничего не знает о теплых полах, допустим, да, вот, например, вот, чем вы сказали отличие, да, теплый пол и радиатор, вот, можете сформировать мнение человека, который влияет обычно на выборы, особенно на цену системы отопления? Знаете, для женщин очень важно комфорт и уют, и здесь в первую очередь можно надавить на самое больное, это дети, которым будет удобно играть на теплом полу, животные, которые любят. К сожалению, такого комфорта радиаторами не удастся вам достичь. А вы знаете, спустя 2 недели, вот что я изучала тему радиаторов, у меня был главный вопрос. Подлежит ли рынок теплых полов обязательной сертификации? У меня теперь главный вопрос. Нет, не подлежит. Не подлежит, да? Вы знаете, у нас есть обязательные сертификации, потому что все трубопроводные системы, они обязательно сертифицируются по всем стандартам для отопления и водоснабжения. Так мы для отопления трубы, медь, алюминий берем с обязательной сертификацией, проверенной. Подлежит? Да, подлежит. Мы сертифицируем. Что лучше? В целом система теплая. В целом для потребителя и будет комфортнее, уютнее, конечно, будет теплый пол. Я немножко запутался. Александр, можно сделать вывод о том, что теплый пол нужен для комфорта, а не для компенсации тепловых потерь. Нужно этим то, просто чтобы... сказано, этим да. говорят руководящие документы, которые были предоставлены. Это говорит научная литература. Прежде всего, которая увеличилась просто за... Да. А еще как дополнительное отопление. За 3 года, вдумайтесь, только за прошлый год открылось 6 заводов по производству шитого определения. 6. С мощностью 1,5 миллиона метров в месяц. Еще я понял, ответ Анатолия, что можно надавить на самое больное женщин, а они надавят на самое больное бюджете. Да, то есть тут все-таки инструменты считают. В этом вопросе мы, наверное, не будем останавливаться, да, проведем некие дополнительные исследования. Сертификат. Ну, вы знаете, проекты, которые идут по центральной части России, очень часто завязаны на индивидуальную систему отопления, по квартирной отопления. И, как правило, на поквартирное отопление заходит комбинация полипропилена стальной трубы с разводкой по квартире уже труб для лучевой разводки либо ПЕР, либо ПЕКС, ну, либо полипропилен. Давайте двигаться дальше. Я думаю, мы сейчас обсудим, просто хотелось бы всем спикерам дать слово. Это многоэтажных домах. Сейчас, господа, у нас еще прекрасная женщина-спикер. И Михаил Леонидович. Между прочим, заслуженный химик России, заслуженный изобретатель. Если я вот когда вашу фотографию искал, первое, что нашел, вашу фотографию с Денисом Валентиновичем Мантуровым. Поэтому мнение науки тоже интересно. Мы сейчас поборемся, да, то есть тут же понятно, то, что происходит. Но мы сейчас начали про женщин говорить. Да, безусловно. Безусловно. Я начну, да, сначала. Это как Мария скажет. Я передаю слово Елене Анатольевне, знак женской солидарности.